Все, можно? Объявляю результат чемпионата области на Харьковской. Третье место занял Антон Калашников. Куда идти? Такое лицо, это меня или нет? Он награждается медалью, дипломом и ценным призом. Он снайпер. Хорошо. Он также награждается дипломом, медалью и ценным призом. Второе место занял Константин Сердюк. Он награждается дипломом, медалью и ценным призом. Ну и первым местным победителем стал Владислав Литвинов. Медалью, дипломом и ценным призом.